День матери в России учрежден в 1998 году, но, несмотря на молодость праздника, у него уже имеются свои традиции. Мы спросили первоуральцев, как они будут отмечать его в своих семьях. Ну как, не знаю, на торт надо будет купить супруге, вспомним родителей. Ну потому что мама – это все святое. Если бы не мама, нас бы не было. Мама – ассоциация родина, матушка – родина, мама, бабушка, сестра, дочь, любимая жена, женщина. Мама – это прекрасно. Первое слово, которое говорит ребенок, это мама. Чай попьем, пойдем за тортиком. А вас поздравляли сегодня дети? Поздравили дети. А как? Просто сказали. С праздником, мама. Приятно было? Было очень приятно. У меня мать далеко, не знаю как. Ну, позвоню, наверное, матери поздравлю. Ну, как здоровье? Самое главное, поинтересуюсь. Ну, что я люблю, мать свою. Что она у меня одна, единственная и неповторимая. Пока никак. Я даже, собственно, и, в общем-то, сегодня вообще-то узнала. А как бы хотели, чтобы прошел этот праздник у вас в семье? Ну, не знаю, ну, чтоб приятно было, уж во всяком случае. Я даже не знала, что сегодня этот праздник, во-первых. Ну, соберемся, наверное, с семьей, да, скорее всего. Да некогда, вот за молочкой сейчас пошла. А маму поздравите? Ну, поздравлю. А вас поздравляли, знаете, нет? Муж на работе допоздна, так что не знаю. Тяжелый случай. Ну, вообще. У меня мама просто в другом городе живет, как бы по телефону только. Вот, а у супруга маму вечером поздравим, когда она придет в гости. С работы. Вот. А вы-то сами? Мама? Да. Поздравляю тебя, любимая. Спасибо.